Так, ну я с воды зайду, если что, если вы не против. Слабые. Так, мне нужны вы здесь, на центре сейчас. Я уже качусь. Вот, я закатываю справа. Господи, чтобы ребятки, что это творится? Мы рашим нахуй. Рашим. То есть тут у нас же проблема. То есть надо же весело играть, а не там, ой, там победа, еще что-то. А не так победа. Угу. Ой, я засветился. Я тут уже просто уже столько танканул. Блять, ебаный СТБ. Блять, не попал в С7, надо было притормозить. Их очень много на переезде, и там С4. Передо мной он стреляет больно. Вафля. Да, ебите, ебите, я тут сейчас займусь. Сука. Блять, ты не опять не успел стримнуть, что за пизда? Тапок. О, СТБ теперь по мне. Разворачиваюсь. Вот единственное, что сейчас не хочется, чтобы выстрелил кто-нибудь рикошетнул от борта Веги. Я получил, блядь. Так. Мне вот те засранцы спереди мешают сильно очень. Ну я вот качусь, вот я их просвечиваю. Уже вот-вот-вот. Петушня засветилась. Красота. Лепота. Так. Ой, там уже с горы видит. 499, кстати. Ребятки. Спасибо сербу за победу. Короче, как-то я прорашил совсем, наверное, не хардкорно. Да, вдоль воды там. А хардкорно рашили, он один стоит на центре, блядь, дымится. И второй... Да. На скотче ёбаном доезжает. Просто у нас было двое, было бы нас трое, мы бы, короче, все оттанковали. Не, ну, изначально, конечно, рашить совсем по центру, это, считай, с воды расстреляют. Это очень опасно. Там просто в борт. Ну, нам вообще повезло, у нас просто идиотная команда, потому что СТ должны были зайти к тем, которые нас стреляли с воды, и просто их... Да, да, должны были, должны, в теории, ну, да. Да. Ребята, так, тут... Т-30, Т-30 выехал! По мосту переезжает. Танкую! Красава, танканул. Так, из 4. Он проехал. Тогда... Давайте четверку. Просто выезжаемся и в три ствола. Блять, ну я не пробил. Подожму, ой, ой, вафля, вафля, вафля оттуда кдэшит. Смотри аккуратно. Ой, четверочка смогла, она даже. Угу. Она-ка тебе ББшечкой. Ха. Один дамаг, ребят, один дамаг. Всего один. Шесть. Арта КД. Белый тигр КД. Сейчас добью. Что-то вы хуёво стреляете, нет, ребят. Нет, гусеница. Ну я на ББ. Лошара. Поехали. Так, 30. О, вафля, 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 иди сюда, иди ко там мне. Еще одна вафля с той стороны. Я не знаю, хорошая ли идея, что мы вот она так прям когда? Едем. Она когда? Она все отдал. Ой, это ой. Что-то за петух. Как она меня пробивает-то так? Дал по вафле. Я фуловый, если все, что танкану. Все, вафля КД, который передо мной. Это 30 КД, не? У меня 7 секунд. Не-не-не. Смотрит на нас. Сейчас танкану. Четуха, четуха, четуха. Блять. Что? Какая гусеница? Все, выкатываемся, забираем его. Все, он на меня смотрит. Да ты посмотри на него. Она тебе фугас. Танкую, танкую 704-го, если вылезет. Ой, рикошет от жопы, красава. Кто-то лакер просто. А забрать Т-30? Доберу, доберу, доберу. Так, у меня опять фугасы, вафли. Блять, тут... А вон вафля! Ну, сейчас я буду перчать, пацанов. А чё так? Это какой-то слабый фугас был. Отлично. Блять, пизда мне, ребят, терплю, походу. Терплю, один. Ты жопой танканул! Я раз танканул шапой! Ха-ха-ха, блять! Это пиздец, ребята! Пять, вафля, как...
Вы вообще слышали, что произошло? Ага. Я жопой танканул вафлю. Сука, рачельник, это пиздец. Ну давайте втроем выкатываться. Справа зайди. Вот, поехали. Ну, втроем сейчас вот так вот. Красиво, да, втроем давайте. Дон-д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 он. Привет. Нас, вертухана, нахуй. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Слушай, они уже, по-моему... Ребятки, левее заходим, надо вот этих выкорчевать сразу. Их надо просто сбросить вниз, иначе в пердак будут накидывать нам. Так, там 183-й вылазит. Нахрен с ним. Еще два дамага. Через каток ебет. Да сейчас ты охуел! Да не говори. Ребят, сзади камяк обходит. Разворачиваюсь на него. Да, хрен с ним. Ох, нихуя. Прикрывай твою жопу. Нихуя. Прикрывай ваши жопы. Норм. И меня 183-й пробил. Добьете? Пробил. Пидор этого. Беру. Все, хомяк сейчас будет в разряде. Разворачивайтесь. Ебаный хэви. Блять, не попал. Без урона. Помогите, сейчас два дамага надо дать этому мудаку. Отлично, отлично, поджег пердачок. Все, погнали. Просто нахуй. Так, слушай, ну надо делать. Уже возвращаться. Или нет? Ну давайте 183-й убьем с хэвиком. Давайте. Поедем. 183-й сейчас справа, хэвик слева. Ой, наоборот, точнее. У меня как у бабы. Путаю, право-лево. Блять, не пробил. Какой-то конкер с фукасами сзади. Что это? Так, я захожу на хэвика. Угу. Блять, а тут еще пердаки СТ-шек, ребятки. Вот мне нравится нашего ебана, они дрочат. Точнее, они там уже соснули по факту. Классно. Что-то мне тут лицо немного ломает. Сейчас я хэви сагрил на себя. Да, тарань меня, тарань. Не пробил, сука. Ну вот пидорас, он таки тебя добил. И на голде. Так он сразу был, блядь, на этих локомотивчик. Я ни разу не танканул его. Все четыре выстрела. Аналогичная хуйня. Слушай, ну 4К настреляли, прорашили, просто всех убили в говно. Всех напугали, самое главное. Ссал я на твои фугасы. Ха-ха-ха-ха. Нормально вообще, чувак. Это был хороший раш. Сила, маусы-боги. Да, маусы-боги вытирают обо всех ноги. Два раза попало. На маусе не страшно. Не говори. Арта КД. Ну шо, педрила на E7, поехали. То есть я могу танковать EP100 три раза. Ага. Кстати, ай, блядь, вот это хуйня. Вот это сейчас хуйня. Посмотрите. Ого, арта на ББ. Знаете, у нас не получится. Я вот тоже думаю, что у нас не получится. А давайте-ка вниз. Просто бачат сейчас расстреляет, еще M103 вниз. Угу. А хорошая, кстати, идея. От этого, я думаю, они не ожидают. Сюрприз, мазафака! Смотри, короче, такое у меня укрытие пиздатое, смотри. Сейчас, секунду. Секунду, да? Даже развернусь, блядь, ну что ж ты лезешь? Я поворачиваюсь. Жопой своей. Хорошо, что можно труп просто оттолкнуть. Давай в боеукладку этому пидругу. Не попал. Нормально. По-моему, он не ждал. Тесай, да, тебя ебут. Ну что ж ты бочиной стоишь, ну тебя же... Ай, блядь. Дно. Так и есть. Ебаное дно. Слушай, я не знаю, помочь тесаю, что ли? 75-ку убить? Да, забей. Да я думаю, что не стоит. Ну ладно, ну и хуй с ним. О, нет, там уже семерка упала. Не, 7, ладно. Не, ну ты-то едь, я фуловый. Я сейчас разберусь с пацанами. Окей.
Кисай, ты просто не, умери, не умирай, прикроешь меня, если вафля упадет сзади еще. Сейчас я разворачиваюсь уже. Выкатывайся, у тебя 2300 все-таки. Хотя у меня тоже 2. Давай домашку, домашку этому пидору. Он не должен уйти, сейчас дам тоже. Сейчас КДшка через 2 секунды. Добивайте. Так, эти поехали. О, ребят, слева, 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 слева. Арта КД. Блять, еще этот пидор вылазит. А никто так, не добил? Добили, отлично. 704 вообще отлично поиграл. ФЭшка. 183. А, на голду перешел, понятно. Блять, не попал в лючок-хуячок. Ну где наша арта, блядь? Хорошо, блядь. А наша арта тут пиздует, я тебе говорю. О, нормально, нормально. Не, накидывай, смотри, как дала на 1000. А, у нас одна. Чё, блин, а я что-то надеюсь. Думаю, что... Слышь, кто рядом? Овега, давай и на этого, на голдопидера. Я танкану и заберем его. Ёб твою мать, тут еще один. Так, это надо разрушить. Давай вот этого. Красава. Вообще лучший. Кисай лучший. Или кто это загуслил его? Я. Олега, красава вообще. Давай этого мудака теперь. Ой, он еще не на нас. Да не говори, он просто, просто дно. Давай, тарань. Давай, давай, давай. Ну. Камикадзе дадут. Так а че ты? Слабак. Да, решил уже похуй. Тряпка. Не, ну кстати, да, вот 300 было бы классно затаранить. Хотя с новыми таранами, ребят. Я бы еще и сам. Слушай, короче, все. Я летабую, стою на гусле, потом начинаю ехать дальше, все нормально, не парюсь. Я, правда, Маус сейчас не совсем историчный. Я обычно катался с Маусом с оптикой. Вот, чтобы пересвечивать всякое. Не, ну у меня стабилизация, досыл и подбой. Ну вот у меня был засылатель, оптика. Мне кажется, нужно, блядь, сделать подбой, сука, абсорба 70%, а не 50, как сейчас. Или даже 80. А у сверхтяжелого, по-моему, 70, кстати. Ну, короче, надо еще больше. Да просто, чтобы фугасы не пробивали. Да. Подбой ставишь, и фугасы не пробивают. Да, да, да. Ну, и шо... и вот тогда ортопидеры будут... И, короче, и вроде бы нерфа нет, да? И все танки просто ДСТшки вместо оптики подбой. Ага, да нормально. Не, ну, советские СТ-шки. Другим нет смысла все равно. Да. Не, ну этому, как называется, леопарду. Немецкому ты чё, наркоман? Да, ставишь подбой, они перестают тебя пробивать фугасами. Не, это бред. Там чтоб от брони зависело. Вот 54-ка молодец, он за мной. От кого прячется, придурок? Не, он тебя толкает, ты не понимаешь нихуя. А, вон оно как. Так, меня начинают ебать уже. Справа, слева. Думаешь, уже тут спрятался? Знаем сейчас, нет, так дальше перееду. Недолго. Так, тоже разворачиваюсь. Блять, прямо перед нами, вот тут арта. Какая? 261. Я поехал дальше. Или нет? А, нет, она справа, это я протупил, сори, братюнь. Да иди ты нахуй, гуслен мне сбивает, педрила зеленая. Да ты охренел, петух. Так, все, короче, смотри, что я делаю. Вот это называется проскилл. Вот так. О, видишь? Подставил им крайку этот... Короче, в НЛД они не пробьют, в ЛД, ну без голды тоже не пробьют. А с голдой, конечно, пробьют. Так, ну и где же наши пидоры, которые должны были уже горку продавливать? Интересненько, где же они? Где эти? Ну как, они ждут, пока на них полезут. Они же привыкли так. Видишь, блядь, сосать. Просто нахер сосать. Не, ну сейчас двойка стоит на месте. Ой, неужели арта стрельнула через 3 года?